Всем привет, вы на канале Киберлаб. Сегодня у меня очень короткое, но полезное видео, надеюсь, вам понравится. Ко мне обратился человек, который не обладает глубокими знаниями в области электроники и никогда не держал в руках паяльник. Ему понадобился мощный высоковольтный генератор для коптильни. Он перепробовал разные китайские генераторы с AliExpress, но они оказались слишком маломощными и ненадежными. Я предложил ему собрать требуемое устройство из двух готовых компонентов. Высоковольтный трансформатор ТВС-110 и 12-вольтовый электронный трансформатор, который предназначен для лампочек освещения. Соединить эти два устройства между собой мог бы даже школьник из начальных классов. Электронный трансформатор я приобрел в строительном магазине Leroy Merlin в отделе светотехники. А высоковольтный трансформатор ТВС-110 я купил на радиорынке в Царицыно. Следующим шагом нужно соединить эти два компонента между собой. Для этого сначала на высоковольтном трансформаторе ТВС-110 нужно найти требуемую первичную обмотку. Она должна состоять из 7-10 витков, не больше. Для этого потребуется аккуратно снять верхний слой изоляционной бумаги на первичной обмотке, под которой располагаются все нужные нам витки и ответвления. После чего следует подключить найденную обмотку к 12-вольтовому выходу электронного трансформатора. Подаем на вход электронного трансформатора напряжение 220 вольт, и если все сделано правильно, то на высоковольтном проводе можно наблюдать коронный разряд, который является индикатором работы устройства. И да, чуть не забыл. При покупке электронного трансформатора обращайте внимание на его мощность. Лучше брать не менее 200 Вт. Ну, чем больше, тем будет еще лучше и надежнее. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь и всем пока!